90-летний юбилей сегодня отмечает общество «Динамо». Спортивная организация, созданная Министерством внутренних дел, стала настоящим плацдармом для множества чемпионов. Только в Чувашии это движение объединило более 9 тысяч человек. Имена многих спортсменов известны далеко за пределами республики. Яркие страницы чувашской школы «Динамо» и ее ветераны перелистали с моим коллегой Дмитрием Ковалевым. Черно-белые фотографии на стене – самая настоящая летопись побед. На снимках призеры турниров, которые навсегда вписали свои имена в заветный список героев чувашского «Динамо». Вот он, один из его членов – олимпийский чемпион Валерьян Соколов. Прославленный боксер долгие годы работал судебным приставом и даже дослужился до полковника. На пьедестал почета поднялись сотни воспитанников регионального общества. «Динамо» до сих пор называют кузницей кадров лучших спортсменов мира. И история показывает, что там очень много знаменитых спортсменов. Даже вот мне посчастливилось даже вот быть на международных там поездках с таким, как Лев Яшин, вот, который наш динамоец такой, лучший вратарь. Из «Динамо» невозможно уйти побежденными, так говорят многие. Сейчас общество объединяет под своими флагами более 20 видов спорта. Силовые ведомства создают свои сборные по футболу, волейболу, хоккею. Зачастую именно в этих командах зажигаются настоящие звезды спортивного олимпа. Большой урожай медалей и титулов чувашскому отделению принесли боксеры. Ветераны шутят, по-другому и быть не может. Название столицы республики говорит само за себя. Что интересно, вот город Чебоксары, и там вот как будто корень бокс. Чебоксары, вот. Совпадение такое. Мои тренеры научили меня целеустремленности, трудолюбию, не сдаваться, несмотря на поражение, подниматься, идти вперед, ставить перед собой цель и двигаться к ней. Лучшие традиции динамовской школы ее бывшие воспитанники прививают молодым. Те, кто стал на тренерскую стезю, в своей работе применяют уже проверенную годами методику. Такая советская система помогала побеждать многим чемпионам. Далекие времена, это была, наверное, одна единственная секция бокса в этом «Динамо» во всем городе. Поэтому вот других секций не было. Наверное, за это можно сказать спасибо, то, что я вообще познакомился с этим видом спорта именно там. Сила в движении. Этому девизу члены общества следуют вот уже 90 лет. Сейчас, как и на старте большого пути, «Динамо» продолжает олицетворять силу, молодость и нерушимый спортивный азарт. Дмитрий Ковалев, Леонид Клейман. Республика.